Приветствую вас. Первое, что приходит на ум, это то, что человек защищается. То есть ее реакция, ее поведение – это, по сути, поведение защиты. То есть что это значит? Это значит, что она вам вначале говорит, что и я тебя люблю, вот, а потом как бы добавляет, да, что я вообще стараюсь всех любить, вот, то есть это сперва идет ответ, да, а потом как бы такое своего рода обесценивание, если угодно. Вот. И подобная реакция может быть легко обусловлена тем, что человек просто-напросто боится вступать в серьезные отношения, боится, что его как-то, ну, могут задеть, унизить, может быть, как-то оскорбить, может быть, принизить каким-то еще способом, да, вот. То есть человек таким образом, да, он защищается. По большому счету это защита у человека. Вот. Значит, это вот такой первый момент. Значит, момент второй. Она отнеслась к вам несерьезно, да. То есть вы с ней флиртовали, вы с ней флиртуете, конечно, она не может относиться серьезно к тому, что вы ей говорите. То есть при отношениях на уровне флирта женщина почти никогда не поверит, что там может быть что-то более серьезное. Это, в общем-то, нужно понимать. На мой взгляд, это довольно такая логичная реакция, вот, женщинам. Вот. Значит, ну и последнее, что мне приходит на ум, это то, что человек, значит, обладает некими, я бы сказал, установками, да, то есть вот она говорит, да, вообще стараюсь любить всех, то есть, ну, понятно, что всех любить
Ага, нельзя и в общем, да, понятно, что было бы неправильно любить всех. Поэтому то, что она говорит, да, то есть она вот, ну, в данном случае здесь имеет вот в виду, на мой взгляд, отражает ее неготовность на данный момент выстраивать отношения, например, ну, например, с мужчинами, да, то есть она вот сама как-то в этом, может быть, заигралась, вот в этих вот, всяких, знаете, флиртах там и так далее. То есть заигралась и чувствую, что к отношениям она не готова. Ну вот именно сейчас, на данный момент. Ну, не готов человек к отношениям. Вот. Значит, можно, конечно, гадать довольно много еще о том, почему она сказала именно так, а не по-другому, да. Вот. Но, на мой взгляд, совершенно очевидно, что именно сейчас, я не знаю, как до этого, как раньше, да, но именно сейчас женщина именно как своего мужчину вас не видит, как своего некого такого, может быть, ну, может быть, серьезного партнера. Она не видит. Есть у нее нет такого восприятия вас. Вот. И, конечно, очень большую роль в этом играет то, что вы с ней флиртуете. То есть я хочу сказать, что если у вас есть потребность в серьезных отношениях, то лучше, конечно, если вы не будете флиртовать. Если вы все-таки, ну, может быть, не будете спешить, в отношениях с партнерами. А может быть, будет лучше, если вы проявите серьезность, если вы проявите мужественность, если вы проявите обходительность, терпение, вежливость. То есть вот такие качества, которые женщина могла бы воспринять как что-то серьезное. Ну, потому что по-другому
Да? Не получится выстроить отношения с женщинами. Если вам хочется, чтобы человек серьезно воспринял ваши слова, то необходимо, чтобы вы сделали следующее. Чтобы вы постарались понять, какое поведение, что женщина воспринимает как серьезно. То есть, что в мужчинах ее восхищает. И постарались бы ей это дать. Тут еще такая тонкость, что вы сказали женщине, с которой есть флирт, что любите ее. То есть вы сказали, но любите ли вы ее на самом деле или нет, это вопрос. И если этот вопрос возник у меня, значит, он возник, скорее всего, и у нее. Потому что она как бы, ну, более заинтересована в том, чтобы быть с вами в отношениях. То есть вполне вероятно, что сейчас просто-напросто вы воспринимаетесь женщиной как некий объект, как некий партнер, которому, ну, вот нельзя доверять на 100%, который сегодня есть, завтра его нет. Соответственно, если мы хотим, чтобы этого не было, а если мы хотим, чтобы этого не произошло, то нужно быть более серьезным, например. Вот и все. И от того, можете ли вы быть серьезным, можете ли вы произвести на женщину впечатление, ну, более вдумчивого, более глубокого человека. Зависит будущее ваших отношений. Я полагаю. Вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. А если вас интересует, что именно означают ее слова, я вообще стараюсь любить всех, это защитная реакция. Вот. То есть она сказала, да, что вот любит вас. А потом поняла, что звучало это слишком интимно. И решила немножечко, так сказать, социализировать, обобщить свое чувство к вам. Чтобы вы не подумали, что она там вас влюблена, потому что обычно подобные чувства в отношениях такого типа, как у вас, воспринимаются как слабость. На этом все. Надеюсь, что помог вам
Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!